В Одессе горит рынок «Северный». Пожар начался около 6 часов вечера. Сейчас на месте работают спасатели. Огнем охвачены торговые павильоны на территории около 400 квадратных метров. Над рынком поднимается густой дым. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям данных о погибших и пострадавших пока нет. Что спровоцировало пожар, пока неизвестно. В данный момент с прилегающей к рынку территории эвакуируют автомобили.